О необходимости строгого контроля за продажей спиртосодержащих жидкостей глава Чувашии говорил на заседании коллегии прокуратуры, которое прошло сегодня. Кроме этой темы, там обсудили итоги работы по укреплению законности и правопорядка в прошлом году. Прокурор республики Владимир Метелин сообщил, что в Чувашии на 14% сократилось количество преступлений, увеличилась общая раскрываемость преступных действий. Прокуроры выявили 513 правонарушений, укрытых сотрудниками полиции. 543 полицейских были наказаны, из них 54 руководителя. В ходе правозащитной деятельности нами выявлено свыше 41 тысячи нарушений прав и свобод граждан. На незаконные правовые акты внесено 4000 протестов. Должностным лицам внесено 8000 представлений. Направлено в защиту прав граждан 11000 исковых заявлений на сумму свыше 168 миллионов рублей. Возбуждено 14 уголовных дел, связанных с неправомерным использованием финансовых ресурсов в области ЖКХ. Общая сумма ущерба составила 68 миллионов рублей. Особое внимание – соблюдение трудового законодательства и выплате заработной платы. Задолженность снизилась в 10 раз, а стабилизировалась ситуация с безработицей и производственным травматизмом. Отметил работу прокуроров и глава Чувашии. Тесное взаимодействие с блюстителями закона в области противодействия коррупции, законотворчества, по словам Михаила Игнатьева, дает плоды. Как показывает опрос общественного мнения, повышается уровень доверия населения к органам власти и правоохранительным органам. Жители республики дают высокую оценку нашим усилиям по противодействию коррупции. Люди видят, что правонарушители, несмотря на должности, привлекаются к ответственности. В ходе заседания коллегии также проанализированы недостатки и упущения в работе сотрудников прокуратуры в 2013 году. Проанализированы и пути их преодоления. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков. Республика.